Тихий курортный город находится в ожидании большого и красивого праздника – фестиваля русалок. И здесь никогда не происходило ничего ужасного. Если не верить древним легендам. Паскаль! Паскаль! Но пассажиры парома обнаруживают страшную находку. Что это? Теперь полицейские управления двух стран должны объединить усилия, успокоить местных жителей и найти реального преступника. Детективный триллер «Убийство на Женевском озере». Смотрите в пятницу в 23:30 на телеканале «Витебск».